У нас это все по-другому было. Почему? Потому что уже в то время было ясно и Лобановскому, и Базилевичу, и тех, кто с нами сотрудничал, добиться какого-то успеха, просто тренируясь и не, порхая. Да, и не выполняя какие-то требования, которые сформулированы уже были в то время, которые должны предъявляться к футболисту как спортсмену высокой квалификации в других видах спорта. Максимальные нагрузки. Значит, ну, говорить о том, что они были убийственны, ну, никто не погиб. Да, и до сих пор. И до сих пор ребята нормально себя чувствуют, еще и за ветеранов играют. Значит, а Олег Блохин так вообще рекорд, по-моему, установил. Закончил играть в 36 лет. Это по тем меркам, это европейский уровень был.